На прошлом видеоролике уже более 500 тысяч просмотров, и это замечательно. Но ГМ Construct 13 Beta не единственное зло, которое вы можете встретить. Недавно вышел подозрительный аддон в мастерской Steam. Он висит ничего, а на первый взгляд его подписка никак не влияет на игру в целом. Более того, если попробовать покопаться в коде этого аддона, то нас встретит весьма странная надпись. Чтобы разгадать загадку, мы совместили карту ГМ Construct 13 Beta и этот аддон. Тогда мы получим совершенно новые приключения. Андрей Кравцов помогал мне в изучении этой карты. Как показала практика, в коопе на этой карте играть можно, и она даже не сломается. Изучили новые и старые фишки. Например, в прошлом видеоролике я не упомянул тему с закрытием темной комнаты. Рил. В вентиляции мы нашли новый рисунок, который отсылает к старым экспериментам на этой карте. Этот рисунок был? Это новый рисунок. Вот, да. Какое-то время мы бродили по карте вместе с Андреем. Заметишь, что этот конус мы держим рядом, так как он, как оказалось, играет важную роль в дальнейшем. Короче, ты сейчас записывай свой фото. Аж, я со... Вот. А, это может скример просто какой-то. Но он происходит именно в клипе. А перед тем, как мы перейдем к главным ужасам этой карты, я хочу напомнить, что у нас есть Boosty. Если вы хотели знать какую-то секретную информацию по нашим видео, то все там. Цены там очень варьируются, поэтому выбирайте все на свой вкус. Так что загляни, там есть материалы, бэкстейджи, все, что тебе интересно. Кстати, некоторые уровни подписки дают особенные роли в Дискорде, которые, в свою очередь, открывают элитную категорию, где, кстати говоря, я часто сижу. Так что, если у тебя есть возможность и желание, то поддержи нас. Это нам очень поможет, особенно в такие нелегкие времена. В один прекрасный момент мы кое-что увидели. Точнее, пока что только Андрей это увидел. Только потом, уже я успел лицезреть это. О, тихо, Саш, вот. Видишь? Чё? Розовые текстуры. Нет. Идем. Вот. Я не вижу. Вот он. Я никого не вижу. У меня никого нет. Давай через демо запиши, смотри, вот он. Я говорю, вижу. Его, это что? Вот, видишь, у меня физган багнул. И ты его не видишь, типа? Я его не вижу. Давай, кстати. Все, он пропал. Ну то где комбайн? Подожди, я могу его убить? Может к нему радио подставить, нет? Вот, стой, да? Смотри на меня, я сзади. Ну. А комбайн, кстати, был обычный. Это был мой скин, просто в него усилилось как будто бы. Я хочу проверить. Где он? Вот он. Ой. Нормально. Можно на обычный. А, мне это появилось! У меня кляйнер! Где? У меня физган розовый, ну, в смысле этот. А, вот он летает. Где конус? Дай конус. Сейчас. Ты видишь это в чате? Нет, что в чате? У меня в чате кол в кашель. Вау. И он продолжает писать это? Нет, он какое-то время писал и все, теперь остановился. Вот так подозрительный аддон, который якобы ничего не весит, застал нас врасплох. Есть какой-то слушок, что эти летающие кляйнеры — настоящие игроки, попавшие на другой сервер.
А вы что думаете по этому поводу? Мы продолжим следить за ужасами Construct 13 бета. Пишите в комментариях о своих необычных историях или о том, что мы могли упустить еще. До скорого.